Всем привет! Друзья, в этом видео я легко, просто и быстро приготовлю вкуснейшие банановые кексы. Кексики по этому рецепту получаются очень нежными, мягкими, ароматными и изумительно вкусными. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и, конечно же, не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала к мягкому сливочному маслу я добавляю сахар, щепотку соли, ванильный сахар. И все буду взбивать миксером приблизительно 3 минуты. Сюда же добавляю яйца и снова все хорошо взбиваю миксером. Для рецепта я буду использовать вот такие вот очень спелые бананы. Они даже иногда продаются по оценке. Вот такие вот бананы для выпечки подходят идеально. Они сладкие и очень мягкие. В тесто на крупной терке натираю бананы. Все хорошенько взбиваю миксером. Сюда же добавляю разрыхлитель, порциями добавляю муку и все хорошо перемешиваю. Тесто для кексов у меня готово. Вот такое, друзья, оно у вас должно получиться по густоте. Кексики я буду выпекать в одноразовых бумажных формочках. Я их установила в металлические формочки, чтобы кексики хорошо держали форму. И теперь формочки чуть больше половины наполняю тестом. Кексы отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду их выпекать приблизительно 20-30 минут. Банановые кексы готовы! Готовность кексов я проверяла с помощью зубочистки. Когда я проткнула кекс и зубочистка вышла сухой, значит, они уже готовы. Вот такие румяные, пышные получились красавчики. Сверху хрустящая корочка. Посмотрите, как хорошо вот формочка отходит. Все хорошо пропеклось. Видите, как выглядит кексик? Посмотрите, вот насколько они мягкие, очень нежные. Вот так замечательно выглядят кексики внутри. Они пористые, воздушные, такие вот влажные и невероятно вкусные. Посмотрите, как кексик аппетитно пружинит. Такие кексы обязательно понравятся и взрослым, и детям. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления кексов, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч.